Тыкайте. Сабик, спекайся в НХ. Энимал Джаз, спекайся в Ретрика. Ты уже в Ретрике, хорош. Апис, можешь тоже спекнуться в сову. Ну и вроде все. Козырь, черный лимон, похилите тогда. Только, пожалуйста, напуливайте по КД на Войда, а то мы сорвем и сдохнем. Тут нужна кому-то чего без смерти сделать? Значит, мы делаем без смертей. Смотрите, там, когда будет... Кто в прошлый раз не заходил в эти лужи в десятки? Макгрегор, да? Макгрегор, да. Но я уже обученный. Хорошо, Войд, не пуль босса, а то ГП словишь. Чё там? Вы знаете, да, тактику, надеюсь? Когда вот эти сферы будут, ледяные вспышки, их надо разбить после массовой, будет там массовая, короче, притяжка. Даже не притяжка, типа вспышка такая будет. О, после сугробов будут вот эти вспышки, надо будет их разбить. И сбегаться в грозовой удар, чтобы у вас ДПС был больше. Скажи, кстати, повод набегаться. Да, я скажу все. Давайте чек на пул. На Рексис, Каменс просит, чего вам не хватает. Дайте пристабах. Я рыбу ем. Есть. Ну все, ничего не давайте, значит. Каменс готов? Каменс. Каменс. Все, все готовы. Давай, Войд, иди пуляй. Вспышки сразу разбивайте. Бегайте вот с ледяных вот этих штук на полу. Скажу потом, когда... И бегайте, бегайте постоянно, чтобы на вас стаки не стакались. Белантрол, бежали все него. Хорош, все, можете роздать. Хватит лаги. Только типа по 80к. Вон, где Дедмайнду сбегитесь. Толбы лучей вот этих, станьте светлых. Кшас, молодец, сорвал игру. Ух, ушли все со вспышек больших меток вот этих на полу. И встали все на них. Все, теперь диспельте масс-присты. И бьем все вспышки. Вспышки разбивайте. Хорош, вставайте в лучи и бейте босса. Он к Макгрегору и к Фотону сбегитесь. Уходите со вспышек. Все, забегаем туда. А это даже можно было не делать. Лестница Ракшаза. Голодание сделали, да? Не, не сделали. Ничего не сделали. Надо кому-то тогда кольчуга? Олег, опечать же с ХМ режима старима. Давай, да, он не кинет. На окей. А на тариме сможем сделать? Они не уникальны. Я не знаю, правда, есть они или нет. Может, есть. Не знаю. Что будем делать дальше? Можем хэм сделать. Сейчас, подожди. Можем сделать молнию, типа, чтобы танк нам водил под молнии. Было все нормально. Рольте вот это колечко. ГЦ. Хорош. Нет у тебя в луте почему-то. Ври. Я серьезно. Ты наруч кинул на ролл. О, все. А, ну бывает. Рольте завоевательно. Так, певчий. Где? Певчий Ракшас, рольте. Защитник, рольте. Хорош. Отличный ролл, просто. Двое. Короче, будем без хардмода от Арима, но будем с этим говном чё-ленько ночью. Во, во, ты шаришь, как ее делать? Двери, как водить-то?
Шаришь, как надо водить босса, чтобы он ловил молнии? Боже мой. А может, Макгрегор знает? Конечно! Блять, босса подводить к стене, откуда молнии идут, чтобы по рейду не шли, и мы делали отчего. Ты шаришь? Понял. Понял, конечно, я же не тупой. Там еще танка надо диспелить, по-моему, да? С ним, на нем на него замедление вешается еще иногда. Вообще не в курсах. Не в хила? Да. А кому ты фиксы дал, блядь, Ракшазу, что ли? Я думаю, почему Руник пожал, он умер. Там еще в комнате будет весело, если туда Макгрегор пойдет. Тут же два танка надо. Но. Ну, Войт и Animal Jazz. Макгрегор, зачем туда? Нет, просто я думал, смысл у нас протопауне. Короче, в комнату Прости, Бульдог, Певчий, три... Чё там потом? Эпис, ты, естественно, в сову спекайся. Ой, не в сову, а в Эрдру. Ща вас поменяю хоть местами. Закинь только друида какого-то в комнату, мало ли. Что за место Прости, слышишь, поменяй, он там Агро может сорвать. Да вряд ли он сорвет Агро. Блять, смотри. Короче, Прости, Бульдог, Певчий. Три, коровку с четыре. Ракшаза опасно туда идти. Графит. Графит и хилика, короче, вот выйдите. Блин, это смотри, мы же не хардмод делаем. Зачем так много людей? Че, не хм, давай хм сделаем. Нам придется ждать. Там типа чем больше. Ну ладно. Давай. Туда место Прости вообще не идешь. И графит тоже не идешь. Я тоже. Нет, ты иди, будешь водить пацанов, а то мало ли они сдохнут. Короче, Бульдог, Певчий, Хилика, Коровкус и танк. Не, Фотон, не надо. А из хилов кто? А, ну ты в ослабе где? Ща, подождите, не заходите в комнату. Сейчас там сатарарепа лестница. Ну зачем вы заходите сюда? Пихните в шкаф. Ешьте рыбу, резайте ману. Смотрите, там когда будет молнии, выходить со столбов. Видите, справа такие столбы стоят. Вот, с них будут, типа, справа и слева такие столбы, короче, с них будет выходить молния. Когда будет эта молния, вам нужно отойти подальше, направо-налево, либо в центр встать. Ну, лучше это направо-налево отбегать. Танк будет в это время вести босса к этой колонне и отворачивать его потом на рейд. Он подойдет и отвернет потом на рейд. В это время никто к боссу не подходите из миликов. Просто лучше стойте где-нибудь подальше, чтобы вас молния это не убила. И все. Потом снова босс в центр, и так будет ПКД. Смотрите за агро, Ракшас, к тебе. Если что, скажи там паладинам, чтоб тебе сальву дали. Агро не срывайте, следите за молниями. Ну и вроде все сказал. Давайте чек на пул. А что делаем? Чего делаем? Молнии делаем. Получается, ты тут? Подождите, не допускайте только. Убейте, да, вот этих бомжей. Я не молчал, ты тут, прием. Ну, Рак, сейчас 10 секунд, не бей, да и все, подожди. Могу поконтролить мобы еще. Ну, поконтролишь мобы еще. У нас просто протопал ФК, это плохо. Буду стоять в центре, правда. Рак, сейчас надень 226 шмот. Думаешь, это спасет тоже? Блин, нету с собой, печально. Animal Jazz, ты тут, не пульте моба, пожалуйста, стойте на месте.
Прием, Animal Jazz, как слышно? Войд в комнату идет? Да. Протопал, ты тут, все, разуплился, ты, короче, на арене остаешься. Все, давайте, идем все в центр. Кроме тех, кого назвал, подходите в комнату. Ну, это очевидно, по-моему. Давайте, бьем, моба, зашлите все в комнату. Там Каменс тут, иди сюда. Дед Майнд тоже сюда иди, Хафер. Все, запускайте комнату, валите туда, за звездочку бегайте. Стойте все в центре, короче, будет выходить хоть длинный моб, ему надо станить, его надо станить. Ему еще можно дизайн кидать, есть еще. А еще, во, когда он крутится, ему кидается дизарм, и все отлично. Левую сторону перейдите, все уже. Пуливайте в арене на протопаладина. Право, быстрее. Бейте защитника все. Стан защитник. Стан, давайте защитник. Нет, не надо забегать. Алло, паладины, вы кончены? Первый стан, ладно. Следующего защитника дает Джерри, он стан, потом Animal Jazz. А я тебе сказал, Дима, скажи ему. Бога тоже может застанет, если что. Не молчался тебе по мане, беда. Никфир здесь действует же вроде, да, в комнате? Вон защитник вышел, бьемся защитника, стан защитнику. За 6 секунд должны убить. Чего там, прошли комнату? Нет, еще. Все, сейчас выйдет еще вот этот моб, Виталик, законтролишь его. Он, бейте все защитника, завоевателя не бейте, контрольте. Идите 40 секунд. 20, почему 40? 20, жена. Еще 15 секунд на кастинге. А, ну ладно, ждем тогда. Что, вы что, ХМ делаете? Валера, стой! Не стоять? Мы без ХМ, алло, чем ты слушаешь? Бейте защитника, стан защитнику. Да. Падайте все вниз, кроме этого, кто там, Войда. Все остальные падайте вниз. Че, все? Можно его убить? Ладно, убиваем мобов пока что. Сколько там рейндж? 10? Все, давайте, рейндж, уходим все от центра. РДД. Рост, давайте. Идите за молниями. Так, говори еще. У меня молнии перед глазами. Если что, в звезду становитесь. Загруз, вон молнии сзади нас. Уходим все от босса, молний. Войд, под молнии, боссы. Ты видишь, где молнии? Под стенку, бля. Ер, отойди оттуда. Беда. Я что, тупой? Пять молний. Да, Войд, давай, Дрю. Во-первых, не базарьте. Во-вторых, он таунтит, а в-третьих, он кастует еще. Сам тупой. Не, ты пиздишь. Веди под стенку босса. Ну, сейчас не я танчу. Смотрите, глаза свои разуйте, что происходит. Ну, смотри, я вижу, что протопал нормально все делает. Но, правда, надо чуть-чуть поближе. Ну, просто его да. Время танчить сейчас.
Можем упасть, конечно, попробовать еще раз. Это время. А, вот, вижу, как ты ведешь очень быстро. Божество, держите мечи! Я сдаюсь! Тринку ролим. О, какой хороший ролл. Подожди. Да, у вас не получится ничего. Виталя, ну. Ролите защитника. Хорош хафтер. Еще один защитник. Руническая сфера. Короче, сейчас на фрей можем сделать типа с мини-боссами. Вот эту, вот это говно можем сделать. Вот это нормальная тема. А вы что, вы из демона идете? Две вырубку и дровосек нельзя, да, сделать вместе? Можем. Либо ХМ Джерин пишет, что по фасту. Я даже по фасту помню уже, блять. Еще раз бить. Те две ачивы это минут 12-15. А, понятно. Hard-mode. А одна ачива хотя бы какая-нибудь. Хардмод? Мод. Да не, я говорю из дровосека и это кто она еще, вырубка. Либо одно, что-нибудь такое. Что значит хардмод сделаем? Ну а как же дровосек? А, нет, тут надо три танка, дружище. Ну если мы сделаем, будем делать дровосек. У нас нету то... танков в рейде. Да есть, Макгрегор. Ух ты, пацаны, нам еще плюс ноль сидеть. Ну че вы дрочите с этими ачивами по полчаса? Посмотри, сука, у нас ШП. Это изи комнаты. Правда, я уверен, только раз, два, в трех ШП, ну да ладно. Это изи комнаты. Давай, короче, там что? Все, ладно, да все, давай все, просто убьем и все, пизду, блядь. Сейчас вот это, блядь, зачем это начинается? О, посмотрите спрей графита в демоне. Тебе надо штучку на 3 вкачать. Да, после фрей можешь отойти. Так-то нормально. Их два. Сейчас стойте. А если сагрить этого цветок, что будет? Давай посмотрим. Давайте проверим. О, нормально все. Если руки отдадим, трэш. Я не могу, сдай каску по себе. И зачем ты спрекнулся в ретрика? У нас Войт не сможет забрать трэш. Да сам видел. Так трэш тут не будет, она сдохнет, да. Ну ладно, попробуем. Сейчас РДД залейте цветки, да. Эти. Если будет, первый будет грипп, он еще будет грипп поймать под салом. Войт не сможет. Тот на грипп появится. Грипп. Если что, Макгрегор, дашь, короче, войско. Насрать, бейте все босса. Сейчас убьем цветок, это боссный. Все, давайте, пуляйте босса. Танк, алло. Void Knight. На пульте на него, а то агро сорвем. Надо будет бить еще. Говно такое будет вырастать, надо его убить. О, нормально. Все, дай войско Макгрегора. И бейте все босса. Вот, дар жизни, где он растет, надо его убить. Ваши ФПС 0. Каз, стоп. Боже, цветки, отстаньте. Фильм понравился. Хемы нам по душе, да? Да, вот это хорошие хемы. Прям подвой, да.
Прольте штанишки вот эти. Герой. О, формула выпала. Зарольте сапожки. Да. Да ну нахуй. Бросьте, певчий опять. Можете быстрее рулы кидать? Блин, руническая сфера не туда. Так, что там, ларь, алхимия. Какого алхимия есть? Лика, есть алхимия? Походу. Ну, будем доверять людям. Это же главное в жизни. Что уже на ролл кидай? Рольте завивателя. Куда продаваться? Кругу брожения. Куда? Рольте покорителя. Кругу брожения. Что, пожарного делает? Мне кажется, было бы неплохо. Ну, вообще можно. Рольте чекар какой-то. Если мы не сдохнем, то будет нормально все. Там, там смысл только стоять в метке. Ну так, Белантрол, заходи тогда на какого-нибудь РДДшника. Чтобы ты не умирал у нас. Окей. На уголовном конце пойдем? Ну естественно. Пойдем. Пожарный забав. Там две печати, слышишь, Олег, сразу падает или одна? Не знаю, СХМ делать. Наверное, чё говоришь? Не знаю, наверное, для всех падает. Так, из миликов я уверен Джерионе, в Макгрегор я не уверен. Макгрегор, что с тобой делать? Ладно, будешь бегать только в звезде, ничего больше не делать. О, рыба, ешьте рыбу. 0.16 дроп на печать, пиздец. Ой, да подхильте, он же сейчас умрет. Печать 100% падает. Печать падает 100% только на хэм. Ну да, я про хэм не выйду. Томби, твой маг? Да. Так, ПМК, я прости, Гера с Томби будешь обмениваться. Локи, шкаф поставьте после трэша. Шкаф. Так, один лок отошел. Ракшас, шкаф поставь. А, Ракшас в подгороде, хорош. Ждем, пока что придет графит. Я пойду, можете поставить пойти тоже. Минутку есть у нас. Я отошел на минутку. Все, я тут. Там графит тут. Да. Поставь шкаф. Тыкните шкаф сзади. И еще раз тыкните. Так, еще раз тыкните. Так, Гера, где ты? ГЦ просто, из-за тебя зашел в комбат какой-то. Ракшас, суманься. Ну, на этом боссе можешь одеться в фулл шмот, пожалуйста.
спасибо. Давайте фулл бафы. Я ещё рыбу, на ком нет комбата. Сейчас сдам себе сапфир маны. Активно присутствие. Можно еще выпить фласки на этого босса. Джерри, да, Васабик, Пепчи. У меня нет ничего. Певчий, Джерион и Васабик. На ком комбат? Зажмите Альпюс F4. Заново зайдите в игру. Бульдог, выйди с игры. Прости, с игры выйди. Animal Jazz, выйди с игры. Войд, с игры выйди. Альпюс тоже выйди с игры. Сейчас вы не можете выйти с игры. Альпюс, блин, ну Альпюс F4 зажми. Заново зайди в игру. Васабик тут?